ли будет пусть любовь, но о любви иной. Моя баллада про герань и вихрь ледяной. Он в полдень увидал ее в оттаявшем окне, где весело ручной щегол насвистывал над ней. Однако, увидав герань, буран метнулся прочь и снова прилетел к окну, когда настала ночь. Буран кружил перед окном и тяжело вздыхал, что дружно подтверждают все, кто в эту ночь не спал. Что герань почти уже была готова с ветром улететь от света и тепла, но так и не смогла ему сказать ни да, ни нет. За сотни миль от тех окон буран встречал рассвет.